привет, дорогие друзья! Это очередной летсплей по игре Spider-Man 3 The Game. И я, к сожалению, вам такую штуку рассказываю. Я прошел две миссии подрывник. Значит, в одной миссии на каком-то там заводе бомбочки обезвреживали, а в конце произошел взрыв, ничего интересного. И еще одна миссия, где Daily Bugle, значит, эти подрывники взрывали. Джемисона похищали, хотели его взорвать, но Человек-паук его спас, а в конце миссии ожидал бой с вертолетом, который стрелял ракетами прямо Человеку-пауку в пах. И, увы, все это не записалось, а кануло в небытие. И вот так вот бывает. На самом деле ничего особо интересного там не было. А теперь давайте проходить оставшиеся миссии. Какие тут ожидают Человека-паука? По-моему, да, Девульф 3. Подозрительное приглашение. Отправимся на это подозрительное приглашение. Возможно, свидание с каким-нибудь злым психом. Так, значит, в качестве подрывника выступает какой-то там бывший миллионер, компанию которого успешно разрушил Джон Джемисон. Каким образом, нам не рассказали. Но он стал очень плохим и стал пользоваться джетпаком, несмотря на то, что у него есть вертолеты и все такое прочее. Так, ну кто играл, тот знает. Кто не играл, увы. Увы. Так, 200 метров осталось. Что нам Девульф-то такого интересного расскажет? Давайте взглянем. Сейчас 100% наступит ночь. Какой-то тут мужик нарисован. Дать тебе руку, Девульф. Я чувствую себя, словно я суперзлодей. Сегодня я получила анонимное приглашение на деловую встречу. Похоже, меня раскусили, и это ловушка. Но тебе может понадобиться подкрепление. Иди вперед, но незаметно. Попробуй раздобыть улики, если сможешь. И выручай меня, если все пойдет наперекосяк. В общем, очень странная миссия. Тут уже близится вечер. Похоже, тебя раскусили. Похоже, ты хочешь Человека-паука подставить. Вот на что это похоже. Двигаемся. Блин, какая же интересная игра. Невероятная. А какая динамика чувствуется в музыке, вы слышите, нет? Вот я-то уже не слышу. А, атмосфера такая угнетенная. Я здесь. Надо осмотреться и понять, что к чему. И незаметно. Мужики с дробовиками. В смысле незаметно? Что тут, стелс-мод включаем? Надо сделать пару снимков до прихода Девульф. Блин, они что, тебя не видят, паучок? Смотрите, в упор же смотрят. Окей, хреновый снимок. Чуваки отвернулись. Нифига. А, так это еще и продажные полицейские. Вот оно как. Неужели они правда его не видят? Ну ладно, сейчас сделаем еще парочку фоток этих мужиков с дробовиками, которые продажные полицейские. Так. Вот они тут, голубчики. 5 из 9. Где еще 4 мальчика с дробовичком? Ну же. Придется прыгать туда. Блин. Как-то не очень удачно выбрано место. Вот еще парочка. Блин. Давай уже фотографируй. Еще двое. Да где же вы? Где вы, продажные твари? Мать такую. Так, вот еще. Лучше один. Отступить. Нельзя выдавать себя. Подожди, 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 отступать. Супер. Тут тетя приехала на такси. Анонимная встреча. Ну посмотрим. Присмотритесь за Девульф так, чтобы вас не засекли. Да они же слепые абсолютно. Неужели не видно? Нифига себе, бежит баба. Смотрите на нее. Давайте-ка сделаем
Фотошот. Куда? Куда ты бежишь, баба? Ты Вулф, нет! Нифига себе! Да ей же рубанули! Прямо из дробовика ей в живот выстрелили! Ну ничего, считай, что ты уже мертва. Бах! Ох, нам с вами в центр, ребятки. У меня такое ощущение, будто бы опять некоторые звуки не... блин, отсутствуют. Дохнем уже. Откуда ты тут? Ты же только что валялась-то на полу. Не понял, а полицейская-то машина взялась-то где? Ой-ой-ой, нужно запрыгнуть. Ну, где нужно нажать на X? Нет, на А. Теперь на Б. Ну, наверняка сейчас на С нужно же нажать. Y. И теперь X. Ну, пожалуйста. Нет, не дали на все 4 кнопки нажать. Не дали. The Wolf, скажи что-нибудь. The Wolf, The Wolf. Ох, хватит меня трясти. Я ранена, но жива. Твоя работа здесь окончена. Управление очищено навсегда. И без тебя бы я не справилась. Спасибо. Лучше иди. Вместе будет смотреться не очень. Полицейская и добровольный спаситель в маске. Даже если они хорошая команда. Сказала б уже, я в бронежилете. Все, ок. Если понадоблюсь... Я начну кричать. Волк, волк! Это шутка была? Круто. Смотрите, мы видим ноги Человека-паука. Паутинная суператака 2. Шикарно, просто шикарно. Миссия выполнена, давайте смотреть, что еще тут есть. Апокалипсис 2, бомбоубежище. Как вы меня задрали своими бомбами, все. Мне уже надоело это делать. Когда пойдут миссии со Скорпионом, с Рино? Черт, какой же унылый-то город. Ничего интересного, ладно. Пусть это будет бомбоубежище. Мистера Апокалипсиса тоже нужно вывести на чистую воду. Убить его жестокими способами и путями. По-моему, появлялись сюжетные... Ну, черт, может быть, это все миссии сюжетные, а не только те, которые я считаю за такие, типа там Скорпиона или... Чё там? Значит, блин, а какие еще были интересные миссии? Хер его знает. Ну вот мы видим, что одноглазого какого-то белобрысенького негра нужно завалить. Он и есть, по всей видимости. Один из этих громил говорил, что они хотят захватить подземку. Апокалипсис. Просто кошмар для жителей пригородов. Спокойно, я начеку. Спокойно, баба. Сейчас Человек-паук все сделает. Смотрите, в этот раз в метро какие-то люди присутствуют. В прошлый раз здесь не было ни единой души. Да, впрочем, сейчас тоже их тут немного. О боже мой, что это такое? Поставим на беззвучный, и все будет нормально. Так, давай, чувак. Мне показалось, что он должен будет в темную какую-то дыру забраться. На самом деле это всего лишь потолок без освещения. Вон какие-то пацаны стоят, наверняка их нужно замочить. Нет? А, и поезд Вау! Может сдвинуться. Видал тех чуваков, бежавших по тоннелю? Ага, обалдеть! Первый раз в жизни такое вижу! Первый раз в жизни людей, что ли, видишь в метро? Так, это клоуны в полосатых свитерах. Нужно их убить за один их нежный вид. Следы приведут меня к их укрытию. Дробовиками. Непростые парни. Да хоро, слышишь, стрелять. Ой. Мне показалось, что я потратил суперудар, но нет. И вот мужики уже вообще не жильцы ни разу. Похоже, я уже близко. Это музыка.
Нифига ты не близко, по однообразным коридорам еще не проходил. Какой тут близко? О чем вообще речь? Вау, сколько тут мужиков. Соседи, сахарку не найдется? Заложник. Бах! Не отпустим? Человек-паук! Спаси нас! Тут заложнички. Сидят. Спокойно сидят. Ай! С пистолетиков. Да блин, что ж такое? Я теряю нить происходящего. Бах. Да блин, сдохни, ты тут будешь меня еще пулять. Своего маленького пистолетика. Дохни, а ты что, клоун, тут ходишь, смотришь. На мобилку хоть что-либо снял, выложил на YouTube. Здорово, паук! Здорово, сказал спасибо нам. Спасибо за помощь, Человек-паук! Афроамериканский спасибо. Мальчик. Жестокое мучение. Почему бы чуваку самому не выбраться, не пойму. О, я уж думал, мне хана. А вот и нет. Ты даже не пошевелился, сидишь там. Человек-паук, они захватили экспресс. Он ушел в ту сторону. Вы прячетесь, а я опаздываю на поезд. Такое ощущение, будто сейчас каждый из двух говорящих засунул свою бошку в унитаз и пытался другому что-то сообщить. Вот я нифига не расслышал, что они там хотели. Ну, появился маркер, поэтому я следую к нему. Вообще без проблем. Может, еще на поезд, в общем-то, залезть, поэкономить свою паутину. Да и вообще свои усилия. Нормально, нормально. Когда же уже будет встреча с песочным человеком? Жду с нетерпением. Походу, это моя остановка. Эй, пацаны! Блин, я не хотел прилипать к стене. Ах, вы негодники. Научитесь уже одеваться. Как вас люди только терпят. Нифига себе. Бросок с переворотом. Мощные пацаны. Где ты взял этот знак стоп? Ах ты воришка. Ненавижу людей, которые отрывают знаки. Да блин, что ты там застрял? Давай уже иди ко мне, развлечемся. Запарил блокировать мои атаки, блюдок. Нифига себе, все равно дал человеку пауку в нос. Ух ты, как я тебя атаковал, как прям Лю Кен из Mortal Kombat. Сдох? Наконец-то. Сильный противник. И миссия выполнена? Значит, рейтинг борцухи вырос, миссия выполнена, все, отлично. Теперь наверняка куча миссий типа Апокалипсис 3 открылась. Ай, как же мне не хочется проходить Орден Дракона Хвостых. Придется опять проходить этот сраный Апокалипсис. Ну ладно, лучше, чем ничего. А то еще заставят Человека-паука проходить какие-нибудь гонки или разминирование на время, что вообще, в принципе... неприемлемо. Блин, что ж это за негр такой? Нам вот так и ни разу не показали. В чем дело, офицер? Здорово, паук. Говорят, Апокалипсис намерен взорвать эту электростанцию. Так весь город без света останется. Апокалипсис, машина подозреваемых остановлена. 18-32, всем постам, ответьте. Пора с ними разобраться. Так. Тихо-тихо, ты что, меня не хочешь подбросить? Хоть бы посадил рядом Человека-паука, что ли? Или не удержал, пока он не сядет на крышу, например. Вот, нормальное такое такси. Хочу я сказать, милиционер слишком добродушный, и во вселенной Человека-паука такого, в общем-то, не было. Нога провалилась сквозь крышу, и прямо... добрый милиционер нюхает пятку нашего уважаемого героя. Давайте мочить эти... Ух ты, ублюдок какой! Сразу стрелять так в Человека-паука. Что там, ворон?
ищите на небе. Здесь. Машина подозреваемых остановлена. Слышна стрельба. Всем постам, ответьте. Пора научить их вести себя на дороге. Я покажу дорогу. Давай, давай, показывай. Стой, не уезжай! Говнюк! Вот же неблагодарный ублюдок! Да подожди ты, стой! Да. За это ты будешь нюхать мои пятки. Или не будешь. Смотри, как глючит положение Человека-паука в зависимости от камеры. Отстойненькая. Ух ты, звук сирен уже даже не слышен. Ну почему? Давно я не видел кислотных девчонок. Почему вам, парни, не показать синхронный дрифт в этом повороте? Что так скучно? А, это и есть преступники. А то я что-то засиделся на крыше-то полицейского автомобиля. Они так мирно едут, как будто они вообще самые обычные чуваки. Вообще, за что их преследовать? Непонятно. Сейчас наверняка будет миссия выполнена. Паук, еще одна машина движется прямо к станции. Мы не успеем. Она моя. Так за что, собственно, этих молодых приличных людей пытается избить полиция во главе с Человеком-пауком? Я, честно говоря, не понял. Ладно, первый там стреляли из пиндалетиков, а второго-то мужика за что? Что он такого сделал? Может, за его прическу? А, ну да, я же говорил. Избиваем таких людей на улицах. О, как удивлен наш товарищ полицейский. Взрыв, ужас и страх. Бомба! Не может этого быть. Но Человек-паук не позволит этой бомбе взорваться. Сначала ирокез нужно поотрывать у пацанов. Так, парни, давайте-ка побыстрее сдавайтесь. Идея бредовая, но похоже, при включенном питании бомбу трогать не стоит. Мне еще нужно разминировать тут все. Я видел, короче, вот там переключатель я увидел. Вот он. Очень вот. Странно, почему тут расположен. А, гляньте, вот еще один. Осталась парочка. Да, мне казалось, что они, короче, должны немножко ближе друг к другу быть расположены. Вот еще один. По-моему, чувак просто был пьяный. И еще один. В рандомных местах чертил схему и выключатель в рандомных местах расположен. А теперь прочь эту бомбу отсюда. Не успеваю обезвредить. Надо убрать эту дрянь отсюда и поживее. И кажется, я даже знаю, куда. О, господи, куда? У тебя же 20 секунд осталось. Неужели ты бросишь ее в эту речку, не знаю. Бросок. Воп. Боженька вечно пытается говорить нам, что делать. Рассказывать, что хорошо и что плохо. Я тебе вот что скажу. Это все без разницы. Кто сильней, тот и устанавливает правила. Теперь мы сильнее. Мы устанавливаем правила. Наше время пришло. Время апокалипсиса. Посмотрите на идеально выбритую лысину. Меня уже тошнит от вас, тупых амбалов. Вы не почувствуете силу, пока она не пнет вас как следует. И даже тогда вам непонятно, как себя вести с ней. Что? Крутыми себя возомнили? Ну так покажите мне, на что вы способны. Сейчас мы зададим этим парням. Главное набраться супер... А, так этот чувак... Этот анархичный мужик, это еще и супербосс. Ну ничего, сейчас с приспешниками разберусь и потом займусь им как следует. Хотя вот у меня уже суперудар есть. Где ты, мужик? Сейчас я к тебе подойду. На! Как-то не очень-то много тебе отнялось жизней. Так не кажется, а? Сейчас еще больше супер... Нифига себе, вот это Лю Кэнг! Поучиться бы ему у Человека-паука. Ах ты прихвостень. Давай уже дохни. Вот это... Блин, он меня хотел притянуть своей цепью. Ах ты наглец! Ты знаешь, против кого выступаешь.
ублюдок. Ай! Ай, как он больно пауку-то засадил между глаз. Нет, не схватишь ты. Да блин. Блокирует все атаки Человека-паука. Этот злой анархист, у которого есть сила, который возомнил себя суперзлодеем. Ничего, на таких всегда найдется управа. Пара лишних картриджей с паутиной, и ты будешь готов. Жевать говно будешь. На! Да блин, тебе же один удар остался. Черт подери, да как? Готово! Я молодец! Это было непросто. Как думаешь, почему вы, маньяки, зоветесь Апокалипсис? Потому что хана вам. Искрометно, искрометно. Открыт экстра навык паучий свинг-кик. Знаете, как-то это странно звучит на самом-то деле. Что он собой представляет, этот свинг-кик? Что там у нас открылось? Наверняка что-то классное и новое. Что-то типа прогулки с Мэри Дж... Нет, смотрите, у нас... Что у нас? Кроме Ордена Драконохвостых вообще ничего нет. Да я просто в это поверить не могу. Ну хоть одна есть, другая, правда? Не может быть! Нет! Ну что? А, ну можно еще поснимать фотографий. Давайте, короче, напоследок что-нибудь поснимаю. Потому что это какой-то тупик. Не хочу я больше второстепенных этих неважных миссий с бомжами какими-то. Не хочу сталкиваться. Где реальные враги? Где носорог? Где... Кстати, меня еще Скорб ждал, чтобы атаковать базу врагов. Где? Все, забыли, да? Не позвонил, он обиделся и исчез. Ах ты, истеричная баба, а не Скорпион. Не может этого быть. Ну подумаешь, забыл, проигнорил человека, думаешь, завтра отвечу. А ну вон как сложилось. Не могу забраться. Ну? Хочу поговорить с Робби, пусть даст мне нового ублюдка для съемки. Чернокожий работодатель! Бывшие ядовитые девчонки проводят благотворительный конкурс мод. Мы хотим вставить кусок об этом в раздел «Стиль жизни». Сделай фото каждой конкурсантки и хороший снимок победительницы, окей? Нет. Пожалуйста, нет. Опять ядовит... А, ну да, я ж только что вспомнил про этих тупых баб. Но какой им конкурс мод? Какая красота? О чем вы говорите? Это вне красоты, это вонючий трэш. Возле ящиков с мусором такую красоту может только проводить. Господи. И это нужно Человеку-пауку, защитнику мира. Вернее, Нью-Йорка на самом деле. Нужно вот этой хренью заниматься. Фотографировать каких-то вонючих трэш-моделей. Ненавижу это говно. Ну... Чернокожий работодатель дал задание, поэтому придется выполнять. Что уж поделать. Вот они, негры, разбушевались. Итак, леди и джентльмены, у нас осталось трое прекрасных финалисток. Последнее дефиле по подиуму, прежде чем судьи примут окончательное решение. Вот это судья? Педерог какой-то. Нет, как же это... Отвратительно. Просто отвратительно. Я не знаю, когда делать снимок, но пожалуйста. Черт, какой отстой. Офигеть. Вот же дерьмецо. Бра. Давай, вали отсюда. Ну, где еще одна финалистка? Давайте ее сюда. Окей. То есть это отстойная фотка. Блин, чем я занимаюсь? Как же это противно.
Это так же отвратительно, как... Нет, не могу ничего более отвратительного представить. Не знаю, как жрать на толчке сидеть. А руки, короче, пачкаются. И тут ты понимаешь, что нет туалетной бумаги. Ничего более отвратительного не могу представить. Хотя нет, все же это более приятно, потому что ты жрешь, какое-то удовольствие получаешь. А тут чистое, чистое отвращение. Пожалуйста, последнюю. И под занавес нужно их замочить. Иначе этот вечер не будет таким приятным. Ну. Все, снято в жопу. Отстой. Я тоже. Снимите меня, давайте. Чё? Нет! Нет, только не заново. Ну, откуда я знал, что зафейлится? Ну, пожалуйста, нет. Итак, леди и джентльмены, у нас осталось трое прекрасных финалисток. Последнее дефиле по подиуму, прежде чем судьи примут окончательное решение. Посмотрите на Питера Паркера, ему не лучше. Короче, он испытывает очень такое же отвращение. Черт побери. Все, хватит. 44 рейтинг. Хотя, ладно, попробую с большим рейтингом снять. Вот, 47. Гораздо более отвратительно. Просто отвратительно. Мой педометр зашкаливает. Отвратительно. Смотрите, там еще и Мишка. Как же это ужасно. Miss Say No Gangs. Вот это слово я не могу разобрать. Так, еще одна тупая баба. Отвратительно. 69. Ну, почему-то камера оценивает вторую бабу лучше, чем первую. Вообще непонятно, по каким причинам. По-моему, они обе... Отлично! Я сделал отличную фотографию. Да как можно запечатлеть такую мерзопакостную, отвратительную... человечину и назвать это еще и отлично? Нет, это ошибка. Это ошибка программная... В софте фотоаппарата, не иначе. Вот она, последняя шмонька. Шлеп. Хорошо, пойдет. Все. Снято. Замечательно, отлично. Давай, может, еще одна отличная фотография. Вообще 160. Невероятно. Все, задание выполнил. Нет, нет, не надо близко к сцене подходить. Почему на этих стульях никто не сидит, не любуется, значит, с разных точек. На этих прелестных дев. Спасибо, девушки. А сейчас момент, которого все так ждали. Победительница первого ежегодного конкурса Мисс Нет Бандам Нью-Йорка. Супер. Финалистка номер два. Лукреция! Вперед! Покажи всем свой победный стиль на подиуме, Лукреция! Разве не потрясающе, ребята? Твою мать! Что тут потрясающе? Да она смошенничала! Все подстроено! Девушки, пожалуйста, не деритесь! Это просто глупый конкурс! Все ради благотворительности, верно? На благотворительность! Как вы ее только выбрали, недоумки. Да я вообще самая стильная, не читай этим двум тёлкам. Так, тихо, нужно драку сфоткать. А как же Человек-паук так быстро, в общем-то, переоделся? Я так и знал, что под занавес нужно их всех завалить. Тупые бабы никогда не успокоятся. Зачем обычных ситизенов добить, непонятно. Давай, дохни, тупая баба. Вы тут быстро будете мертвы. Вот уже сидит, плачет. Но нет, ты должна быть мертва. Обычными слезами тут не обойдешься. Супер удар! Каково, да? А, еще нужно чернокожему работодателю отнести эти фотографии. И на этом все будет полнейший конец. Господи, я так расстроен, что предыдущий летсплей пропал. Про этих подрывников, короче, там было в 10 раз интереснее того, что тут происходит. Но
По-моему, там остались драконохвосты, и все, из текущих миссий будут новые хреновые. Надеюсь, хоть что-нибудь интересное там будет с нормальными противниками Человека-паука, классическими и так далее. Должно быть, просто должно. Иначе я просто не переживу, эта игра убивает меня. Почему-то мне раньше казалось, что она не такая отвратительная. Теперь я полностью понимаю, какая же это дерьмовая срань. Так, вот у нас. Отдаем снимки. На 3, 2, 1. Хорошая работа. Не хоть сейчас на первую полосу, но все равно хорошо. Нет, нет, я заговорить не хочу с тобой, Робби. Все. Все, проехали. Короче, это конец летсплея. Всем мир, добра, подписывайтесь на канал. Пока!